Прямо сейчас яишенка, соус тройной удар, кетчуп мазик и горчица, также рис, котлетка из цыпленка, ну и пирожок с капустой. Всем привет, друзья! Обед! Приступим, с чего приступить? Сегодня, кстати, желточек не растекся. Смешаем наш соус, смотрите, какая красота! Так и не хочется ее портить. И давайте с котлетки из цыпленка. Ну, в кулинарии так называлось. Они же не назовут ее, не хотели, видать, назвать ее просто котлета из курицы. О, помакаем. Получилось какое-то хрючево, да? Ну, это хрючево очень вкусно. Пирожамба с капустой, просто огонь. Знаю, я люблю желток. Так есть. Котлетку. Ненавижу вот это вот. Конечно, что-то падает вот с тарелки. По сути, тут есть-то нечего. Но впереди десерт. Я бы сказал, очень мощный десерт. Так. Тренировочка. Котлетка огонища. По-моему, 60 рублей стоит. В кулинарии брал. Кстати, обожаю куриные котлеты больше, чем мясные. То есть какие-то говяжьи там. Свиные. Наверное, просто я не мясоед. Я больше люблю курочку, рыбу, хотя это тоже мясо. Ну, я имею в виду такое. То есть вместо свинины или говядины я предпочел лучше либо курицу, либо рыбу. Мне как-то эти вещи больше заходят. Ну, по вкусу. Никаких-то там веганских этих тем не придерживаюсь, просто опираясь на свой вкус, на свое восприятие.
Что там? А. За 5 минут умял. Есть хочу, как всегда, потому что на завтрак было только капуста с луком, с льняным маслом, ну, в виде салатика это, как обычно все. Ну, а обед у меня был просто на высоте, просто топовый. Ну, в общем, как всегда,